Всем привет! Сегодня мы сделаем вот такую большую и красивую звездочку ниндзя. Вот так эта звездочка выглядит с одной стороны. Если ее перевернуть на другую сторону, вот такой вид эта звездочка имеет с другой стороны. Делать такую звездочку несложно. Давайте мы сделаем ее вместе. Ай-яй-яй-яй! Чтобы сделать звездочку ниндзя, нам понадобится 8 квадратных листов бумаги, каждый размером 10 на 10 сантиметров. Возьмем первый лист и сделаем первую часть звездочки ниндзя. Для этого берем листочек и складываем его по диагонали, с угла в угол. Раскладываем листочек обратно. Теперь вот эту сторону загибаем на бок к центральной линии. Теперь вот эту сторону загибаем на бок центральной линии. Теперь вот эту сторону загибаем на бок центральной линии. Получается вот так. Развернем листочек вот таким образом и перевернем листочек на другую сторону. И теперь вот от этого уголка к этому уголку загибаем листочек на бок. Берем листочек, переворачиваем его и загибаем, начиная от одного уголка, и продолжаем к другому уголку. Наводим листочек. Теперь вот этот уголок загибаем также на бок. Наводим листочек. Теперь листочек развернем вот таким образом. И перевернем листочек на другую сторону. Теперь первая часть звездочки ниндзя уже готова. И из оставшихся 7 частей нужно сделать еще 7 точно таких же частей. После того, как сделали все 8 частей, мы можем приступить к собиранию звездочки ниндзя. Теперь начнем складывать звездочку ниндзя. Для этого берем две части и ложим их таким образом, как вы видите их на экране. Теперь берем вот эту часть. Вот я переверну вот этот большой листочек. Вот здесь есть уголок. Под этот уголок мы будем просовывать вот эти листочки. Закрываем листочек и переворачиваем уголок с другой стороны. Вот так перевернули листочек. И теперь под вот этот боковой листочек нужно просунуть вот этот уголок. Берем листочек, просовываем его под боковую сторону у самого верха листочка и опускаем вниз. Просовываем самый конец. Вот теперь я переверну листочек и покажу, что у нас вот эта часть вот находится вот под этим уголком. Переворачиваем листочек обратно. Вот так. И теперь две части нужно скрепить. Возьмем листочек в руки, вот я разверну листочек. Поднимаем вот этот большой листочек. И синий уголок переворачиваем в середину между зеленых листочков. Вот так.
закрываем листочек. Вот мы скрепили две части, и все последующие части мы будем скреплять таким же образом. Берем следующую третью часть, ложим ее таким же образом. Снова переворачиваем вот этот уголок. И теперь вот этот уголок просовываем вот под этот боковой листочек. Берем листочек, просовываем его под боковой листочек у самого верха листочка, чтобы нижний уголок попал под уголок внизу листочка. Просовываем низ и просовываем конец. Берем листочки и скрепляем их. Поднимаем вот этот большой листочек и уголок переворачиваем в середину между листочком. Закрываем, ложим. Берем следующую часть, это уже четвертая часть. Ложим ее таким же образом. Делаем то же самое, переворачиваем боковую сторону. Берем листочек, уголок просовываем под листочек у самого верха листочка. И опускаем листочек вниз. Просовываем конец. Берем заготовку и скрепляем обе части. Поднимаем большой листочек и маленький переворачиваем в середину. Закрываем, ложим. Берем следующую, это уже пятая часть. Ложим таким же образом. Делаем то же самое, переворачиваем уголок. Берем листочек. И уголок просовываем под боковую сторону, у самого верха листочка. Опускаем вниз и продвигаем конец. Берем заготовку, поднимаем большой листочек, расширяем его и уголок переворачиваем в середину. Складываем. Вот мы уже скрепили 5 листочков. Берем следующий 6-й листочек. Ложим его таким же образом. Снова переворачиваем боковую сторону. Берем листочек. Просовываем листочек под листочек. Опускаем вниз. Берем листочки. Поднимаем большой листочек. И боковой уголок загибаем в середину. Закрываем. Ложим. Берем следующий, уже 7-й листочек. Ложим таким же образом. Делаем то же самое. Переворачиваем боковую сторону. Берем листочек в руки. Боковую сторону просовываем под листочек. Опускаем листочек вниз. Берем листочки в руки. Поднимаем большой листочек. И уголок переворачиваем в середину под листочки. Закрываем. Теперь берем последнюю, 8-ю часть. Ложим ее таким же образом. Делаем то же самое. Переворачиваем боковую сторону. Берем листочек в руки. Боковую сторону просовываем под боковой листочек у самого верха. И опускаем вниз. Просовываем листочек до конца. Берем листочки в руки, поднимаем большой листочек и уголок переворачиваем в середину. Закрываем. И теперь нам осталось только соединить вот эти две части. Для этого листочки нужно потянуть друг к другу. Потянуть нужно вот таким образом. Берем листочки и каждую часть растягиваем до конца. Вот тянем листочек на бок. Каждый листочек тянем на бок. Вот растягиваем все листочки. Вот растянули листочки. Вот так пододвигаем. Вот эта сторона должна совпасть вот с этой стороной. Теперь поднимаем вот этот листочек синий. Зеленый листочек переворачиваем и уголок просовываем под боковую сторону. Просовываем листочек до конца. Вот так. Берем листочки в руки.
поднимаем вот этот большой синий листочек и зеленый уголок переворачиваем в середину, ложим. И вот у нас получается вот такая звездочка ниндзя. Вот так она выглядит с одной стороны. Если перевернуть на другую сторону, вот такой вид эта звездочка имеет с другой стороны. Я надеюсь, вам эта звездочка понравилась. Желаю всем успехов!